концерт. На знаменитую артистку, что шла со сцены в славе и цветах, смотрела робко девушка, харистка, с безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, с ее походкой, голосом, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф овации, иголки, как прибой, незримо волочила за собой. И девушка вздохнула: в самом деле, какое счастье так блистать и петь, прожить вот так хотя бы 2 недели, и, кажется, не жаль умереть. А божество в тот вешний поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмо, сутуля плечи, и, глядя вдаль усталыми глазами, отшпилив косу в ящик положила, сняла румянец ватой не спеша, помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась: «Хороша!» Куда девались искорки во взоре, поблекший рот и ниточки седин, и это все, как строчки в приговоре, подчеркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи «Любимая артистка». Но вспомнилась вдруг девушка-харистка, что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, две ямки на пылающих щеках, два пламени в восторженных глазах, и как весенний ветер, молодая, наивная. О, как она смотрела, завидуя! Уж это ли секрет, в свои 17 или 20 лет, не зная даже, чем сама владела. Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком, увидеть свет таких же юных глаз и вместе мчаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть 1 000 000 чудес, в бассейн метнуться бронзовой ракеты, дано краснеть от первого букета, читать стихи с любимым до рассвета, смеясь бежать под ливнем через лес. Подошла, прислушалась к журчанию капели. За то, чтоб так прожить хотя бы 2 недели, она бы все, не дрогнув, отдала.